Вітаю в ефірі студії «Репортер». Я Віталій Хемій. Радий вітати в нашій студії голову громадської організації «Варяг» Пилип Минаєв. Вітаю, пане Пилипе. Добрий день. Дуже цікава у нас тема розмови, не дивлячись на те, що у нас там осінь якась там дуже активна, але є речі, які актуальні завжди. Наша тема сьогоднішньої нашої розмови, я називаю її так, «Вахта пам'яті». Скільки я знаю, ваша організація, громадська організація займається вже багато років цим. Розкажіть, саме чому вирішили свої хобі, свій вільний час присвятити історії? Все ж таки, це історія. І є така фраза, що війна триває, доки не захоронений останній солдат. До речі, погоджуєтесь? Звісно. Ми свою організацію відкрили більше 7 років назад. То есть за 7 лет мы проделали довольно-таки большой пласт без помощи практически города, без помощи государства. Это чисто все строилось на плечах обычных одесситов, волонтеров, для которых это больше хобби и зов сердца. Как пришла идея создания общественной организации, это моя предыстория. То есть у меня в войну пропало 2 прадедушки, которых до сих пор мы не можем найти. То есть желание помочь другим людям в поиске своих родственников побудило меня к тому, чтобы мы открыли свою общественную организацию и занялись поиском неучтенных воинских захоронений. Де відбуваються ці роботи? Давайте почнемо з підготовчих робіт. Потрібно працювати з документами, з підручниками, з книгами, які мало хто читав про них, але це робота така, досить серйозна. Смотрите, есть несколько этапов работ. Первый этап работы – это, конечно же, архивная. То есть относительно недавно были открыты архивы, в которых описывались события. В основном мы работаем по обороне Одессы по 41-му году. И благодаря этим архивным данным мы уже имеем представление о местах, где проходили наиболее ожесточенные бои. Следующий этап – это выезд непосредственно на место для проведения поисковой разведки. То есть мы выходим на поле и начинаем искать очаг битвы. Это может быть сопутствующие какие-то, допустим, гильзы, осколки. То есть то, что попадается в процессе поисков, указывает на то, что здесь ранее происходили бои. И там, где наиболее большое количество этих сопутствующих предметов, в основном находятся позиции, которые мы в дальнейшем уже глубинными металлоискателями обнаруживаем и производим вскрытие. Я так розумію, Відіопольський, Біляївський райони, те, що недалеко від Одеси, да. Резілянський – це те, що в першу чергу підпадає під очі ваших колег. Да, смотрите, линия обороны Одессы, она шла вокруг города. То есть даже сейчас в районе Суворовского района, где строятся на Сахарово высотные дома, там ранее проходили линии обороны Одессы. И там по посадкам очень много до сих пор, к сожалению, под мусором лежит останков бойцов, защитников Одессы. К сожалению, найти их практически невозможно, так как там горы мусора, и среди мусора найти, допустим, бойца, опознать его металлоискателем, нереально. Это кольцо вокруг города. То есть это Суворовский район, это Беляевский район. Это то, что приграничные зоны Одессы. Чем ближе к Одессе, тем более ожесточенные были бои. Дачное, поселок Котовского. Это именно те места, где прям дальні, где кровавые бои шли. З останнього, що вдалося знайти і яка доля знахідок? Це і останки воїнів, це і щось, можливо, орудійного характеру. Смотрите, в этом году мы провели уже одно перезахоронение совместно с другой общественной организацией. Также вот буквально недели полторы назад мы подняли останки самолета «Аэрокобры», который в 1944 году упал и разбился. К сожалению, погиб летчик, но в годы войны его перезахоронили. И нами были, кроме останков самолета, найдены еще авиапушка от самолета. Это все, что фактически от него осталось, так как от сильного удара и от пожара самолет сгорел, и мелкие лишь фрагменты остались. Эту пушку мы передали в музей в Илинке. Кто помогает и кто
ну я не знаю, можливо, і такі є організації, люди, хто заважає пошуковим роботам. Давайте, можливо, в плюс і в мінус когось. Смотрите, вся поискова діяльність, вона лежить на плечах обычних людей, одеситов, волонтерів. То есть это именно те люди, благодаря которым происходит весь этот процесс. Они вкладывают свое топливо, свое время, свои ресурсы на выезды, на поисковые работы. Это никто не финансирует, это их личный вклад в это дело. К счастью, нам практически никто не мешает нашей деятельности, но возникает много вопросов. Есть определенная группа людей, и я не хочу их оскорблять, да, которые мешают действительно нашему делу. Это могут быть арендаторы полей, так как мы всю нашу поисковую деятельность проводим в сезонами между посевной. То есть мы не выходим на засеянное поле, чтобы не портить урожай. Собрали, допустим, пшеницу, мы вышли на поле, производим поиски для того, чтобы не причинять ущерб арендатору. Есть неадекватные арендаторы, которые при этом приезжают на место, угрожают физической расправой и угрожают лично ребятам-волонтерам. То есть такие неадекваты. Были случаи, когда мы вскрывали неучтенное захоронение, и в этот момент подъезжал арендатор и говорил, что либо вы сейчас закапываете, либо я закопаю вас здесь. То есть, ну, вы понимаете, что он местный, он может привести с собой людей и противостоять одному-двум человекам против толпы, ну, это бред. И любые уговоры, любые слова никак не действуют. Есть люди, категории людей, которым все равно. По кількості вашої організації, скільки нараховує людей, чи збільшується ця кількість фанатів історії рідного краю? У нас костяк состоит порядка из 15 человек. То есть это те, кто постоянно в организации. К сожалению, прям большого приплыва людей я не могу сказать, что есть, но мы открываем другие движения, организации общественные, то есть не только копательские, а там, допустим, общественного плана, как защита, допустим, сквера сейчас Королева. И под эти направления уже к нам присоединяются люди. То есть именно копательская тема – это 15, порядка 15 человек. Можливо, є якісь там плани на майбутнє, так, я розумію, що особливо 2020-й він не передбачений рік, але все ж таки саме ваша діяльність, я вважаю, що епідемія і карантин ну, не так торкаються, як інші сфери життя. Нас це дійсно не касається. У нас робота фактично на свіжому воздухі, це тільки в плюс здоров'ю. Будучі плани – це наращувати обороти, наращувати кількість поискових груп, так как мы не должны забывать наше прошлое. Это наша память, это наши деды, это наши прадеды. Они когда-то защищали наш город от оккупанта, и сегодня единственное, чем мы можем отплатить им, это найти тех ребят, которые не вернулись, к сожалению, домой. И в наших планах увеличивать обороты и производить больше перезахоронений, производить больше передач в музеи. Мы передаем в школьные музеи, мы передали в музей 411-й батареи, допустим, огнемет уникальный одесский. Это надо поддерживать. Если мы забудем нашу историю, то у нас не будет будущего. Хто не пам'ятає свою історію, не знає, у того нету будущого. Ось цікаво, хотів ще запитати, чи знаходите родичів тих воїнів, яких ось потім перезахоронення відбувається? Можливо, там є якась там, ну, процедура, щоб знайти там онуків, там правнуків? Такі случаї дійсно є. Ми, виходить, знаходимо, допустимо, личний опознавательний знак ЛОС. К сожалению, его не все носили, а даже те, кто носил, обычно они его либо перекручивали, либо не докручивали. ЛОС, лично опознавательный знак, представлялся небольшой пенальчик, в который вкладывалась бумажка, где было имя, фамилия, откуда его призвался и такая информация подобная. Но некоторые считали плохой приметой заполнять, допустим, либо носить ЛОС и не носили его. А некоторые, или перекрутив, получается, что со временем бумага набирала влагу и она рассыпалась. То есть это единичные случаи, когда нам удается действительно найти, опознать бойца и найти его родственников. Но это обычно родственники могут быть за границей уже. То есть, которым тяжело приехать на место для того, чтобы забрать останки, либо передать их туда уже довольно-таки тяжело.
Пипа, я дякую вам, вашим колегам за таку роботу. Вона є досить популярною, але вона важлива, тому що вже скільки дуже багато років пройшло, вже 80 з тих подій, але є можливість ще більше дізнатися про важливі, м'яко кажучи, неприємні події в нашій історії. Ви робите важливу справу, бажаю вам успіхів, сил і терпіння. Ну і не менш важливо про те сказати, щоб кількість бажаючих допомагати не зменшилась принаймні. Спасибо большое. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Тхемій. До наступних зустрічей в ефірі.